Всем привет, друзья, с вами я, Дима, это новые пасхалки из игры GTA 5, и возможно они связаны опять же с убийцей восьмеркой, или с убийцей бесконечности, как его еще называли, или же это новый убийца, я точно не знаю. В общем, сейчас я вам все покажу. Заходим вот в этот, я не знаю, что это такое, может быть какая-то гостиница, или, в общем, думаю, вы поняли, может быть какой-то мини-отель. И здесь на одной из стен можно будет прочитать вот такую вот надпись. Которая переводится примерно так. Старый Фред ведет себя хорошо, но это не так. Не знаю, что это значит, но вот раньше этих записей не было. Возможно, Rockstar добавили что-то новое с этим убийцей восьмеркой. Потому что, ну, в принципе, мы не до конца разгадали, да. Вы можете, кстати, посмотреть этот ролик. Вот, но это, кстати, не единственная надпись. Я вам сейчас покажу еще одну, которая находится здесь недалеко, около кинотеатра. И если вот эта вот первая надпись не была как-то связана с убийцей восьмеркой, то вторая надпись очень даже подходит. Эта надпись переводится примерно так. Это не тайна. Они утонули из-за того, что она знала. И, как я думаю, вы все знаете, убийца восьмерка кидал свои жертвы в воду. Не знаю, может быть, он трупы выбрасывал или живых людей окутывал и бросал в воду. Непонятно. Но вот то, что это связано, это точно. И про кого написано в этом послании, кто она, я не знаю. Может быть, появятся какие-то новые зацепки. А может быть, это какой-то новый маньяк, не знаю. Пишите, что вы думаете по этому поводу. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Увидимся очень скоро.